Полицейского, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, уволили со службы и взяли с него подписку о невыезде. Также на него заведено уголовное дело. Смертельная авария произошла 20 июня в 6 часу утра, недалеко от КПП закрытого города Трехгорного. Установлено, 24-летний, тогда еще сотрудник МВД, за рулем Мазды, выехал на встречку и столкнулся с Ладой Приорой, в которой ехал на работу сотрудник Росгвардии. От полученных травм росгвардеец погиб, у него остались жена и двое детей. По словам очевидцев, полицейский был не трезв. После удара он перебрался на заднее сиденье. И как его доставали? Медики сняли на видео очевидцы. Башка твоя. В Главном управлении МВД России по Челябинской области сообщили, что назначили служебную проверку, по результатам которой сотрудник ППС был уволен. Также, по предварительной информации, уже бывший полицейский синюю Мазду купил недавно и выпил, чтобы отметить покупку. Кстати, сам лихач сейчас в больнице, у него ушиб грудной клетки и травма ноги. После выхода из медучреждения ему грозит до 12 лет лишения свободы.